Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди, с вами сегодня вместе с Жекой, мы будем продолжать играть в Майнкрафт и угадывать постройки друг друга. Алло, меня забыли, алло, стоять, Паша, тише. Ты кто такой? Ты что пришел? Ребята, спасибо вам большое за ваши лайки под нашей предыдущей серией, только благодаря вам мы позвали Игоря в нашу рубрику, да, Игорь? Да, ребята, всем привет, и надеюсь, то, что вы сейчас тоже поддержите нас своими лайками, мы опять их кучу соберем, и тогда я опять сюда приду, стул не убирать не буду. Погнали, давайте. Да, и мы немножечко поменяли наши правила, так сказать, да? В общем, я сейчас объясню, какие у нас будут правила, потому что правила у нас кардинально поменялись. В первую очередь мы сейчас будем выбирать, кто у нас будет первый строить, да? Давайте. Я первый нажимаю. Все, кому падает красное, мне просто. Я. А, я первый строю, мне красное, Все, строю. Ну, я, конечно, сейчас вытащу свое зеленое, понимаете? Вот. Это лаймовое стекло. А, еще. Смотрите, мы берем сразу три постройки, но я буду строить только одну. Кто угадает мою постройку, тот продолжает за мной строить. Все правильно? Да, и кто строит, тут получает 2 очка, если у него угадали, а кто угадывает одну. Выбирай, да, какую строите себе из своих трех? Дайте мне листочек, кому выпал листочек? Это мне, ну ладно, пофиг, пусть будет он у меня. Ах ты, ну что, у меня три постройки есть. Хорошо. Куда мне нажимать? Это мое. Нажимай посередине. Опа! Так, все. Игорь, ты тоже нажимай посередине. Так, подожди, мне надо сначала чужие нажать-то. Да, давай. Давай, короче, это чья вот это? Это моя. Это вообще невозможно построить. А, ну в смысле? Все возможно, Игорь, все возможно. Напоминаю. Господи, вы что, Коин? О, вот это Жекина. Какую мне нажимать? Посередине? Не, вот тут, давай вот тут. Ну давай тут, ладно, хорошо. А ну-ка, стой. Я взял секундомер, если что. Что? У меня не было такого, это моё же. В смысле, не было? Это твоё. Давай, всё, Игорь. Вы засекайте там, я буду строить. Да, я засекаю. Давай, раз, два, три. И никаких подсказок, Эдисон, Игорь, кто первый угадает, тот и будет строить. Кто будет подсказывать, тот сразу колесо, вылетает. Колесо. Очки. Очки. Это было лихо. Сколько у него очков? Один? У меня два, у Жеки один. Я проигрываю, черт, помогите. Так, подожди. Да, я тогда вот эту постройку удаляю, все, хорошо. Давай. Так, теперь я строю, да? Да, я буду засекать. Готов? Ах ты ж говнюк. Давай, раз, два, три, давай. Так, сейчас. Так. Это карандаш. Нет, не карандаш. Что это? Трусы! Ноги! Да, трусы! Ты ж зараза! Давай, хорошо, у нас. Вот трусы это было моё. Ой. Слушай, ну клево, мне нравится. Так, короче, у меня сейчас самая сложная постройка в мире будет. Ну давай. Так, ну что? Готов? Без подсказок, из подсказки сразу вылетаешь. Давай, раз, два, три. Поехали! Ну. Земля! Да, земля! Вы издеваетесь! Ну окей. Я не против, как бы. Мне понравилось, Игорь. Постройка, Игорь. Хорошо, Эдисон, ты готов? Ой, подожди. Я готов. Макаронный счет. Да, я готов. Раз, два, три. Так, апельсин. Это не апельсин. Кровать. Что ж так сложно-то? Тапки! Тапки! Да! Как это делается? Это вроде постройка Игоря была, если я помню. Ну, как везет, понимаешь? Так, хорошо. Я удаляю тапки. Давай, Игорь, ты следующий. Давай, Игорь. А, я строю. Господи, я не готов. Давай. Ой-ой-ой, подожди, что надо же взять тут все вот это вот. Да не, раз, два, три. Так, я тебя сделаю. Да хорошо. Так. Бутылка. Вейп. Я первый сказал. Ты можешь посмотреть на видосе то, что я первый сказал. Давай поставим на паузу, еще посмотрим. Мы задержаем видос. Не. Не, в смысле, я сказал первый. Я сейчас ставлю на паузу, я смотрю, ребят, мы сейчас вернемся. В общем, ребята, вы посмотрели на видосе, и мы сказали чисто синхронно с Эдисоном. А ты че? Я тяну, или ты тянешь. Давай ты. Давай ты первый. Ну ладно. Окей, давай. Давай. А вы там будете засекать, нет? Давай. Раз, два, три, давай! Так. Не знаю, как это строить. Шерсть! Гла, око, это какашка. Жук,
Птица, птица! Самолет. Да, птица! Йо! Давай, дай. Ну что, Эдисон, ты готов? Я готов как никак. Давай. Давай, я готов тоже. Давай. Раз, два, три. Давай. Что это? Подождите. Это ушел. Бесту. Нет. Светофор, я не знаю. Книжка. Это красный смайлик. Желейный медведь Валера. Нет. Реально желейный медведь Валера? Нет. Демон. Дьявол! Да, дьявол! Дьявол! Как бы у меня написано тут сатана, но как бы дьявол сатана это одно и то же. Ну блин, я сказал как бы и дьявол, и дьявол. Да, я не знаю, чья это постройка, это просто невозможно, я считаю, построить. Ну я постараюсь. Давай. Мне страшно. Я буду засекать, давай. Раз, два, три, давай! Так, хорошо. Сейчас, я строю. Да ты строю, как бы времени-то нет. Голова, да, как бы, человек, лицо. Не, конечно, подозреваешь, что это такое, походу, это моя постройка. Ну, я не знаю, как это еще строить. Это нос? Волосы, прическа, денег. Я знаю, кто это китаец! Да! Блин, да! Охренеть просто, как? Как мне построить? Да подожди, а как угадать тому, кто не загадывал эту постройку? Откуда я мог узнать, что это китаец? Ну, как-нибудь, не знаю, типа глаза... Разрез глаз, типа узкий сделать, большой. Ну, как это сделать, я мог? Да вот просто имя. Черные вот так вот два глазика сделать, вот таких вот тоненьких. А лицо очень большое, и все. Да, ну, такое. Окей, хорошо. Я все равно-то угадал, поэтому как бы окей. Что у нас такое, Игорь? Давай, Игорь строит. У меня просто тактика была, понимаете, что вы не угадали. Да, я не понял. Ну ладно, давай, засекайте. Раз, два, три. Давай, Игорь, давай. Статуя. Пещера. Пещера, да. Ах, вы гады. А у Эдисона нету построек, да? Да, но я могу еще эти взять. Ну да, возьми еще один. Эдисон, я готов нажимать на секундомер. Ну давай, я готов. Нажми ему на палец. Раз, два, три, поехали. Подожди. Нет. Крест. Лопата. Все. Ладно, хорошо. Это все просто подстава. Не работает. Так, ну что, вы готовы? Да. Я все правильно посчитал? Да, все правильно, вроде, все правильно. Раз, два, три. Давай, Жека, давай. Так, я постараюсь. Что это такое? Буква. Азбука. Да. Чего? Все правильно, все хорошо, правильно. Хорошо. Так, нет, постройки угадывать просто. А, ну я так... Три, поехали. Как это построить? Писюн? Нет. Жопа? Нет. Сиськи? Нет. Что это? Посмотрите, что это? Игорь, да. Очень неприлично на самом деле. Не, это все прилично, все в порядке. Что дура? Пирамида? Чё, ребенок? Нет, ну это подожди, оно не без подсказок. Не надо подсказывать. Построить заново, построим только по-другому. Ну 5 секунд осталось так-то. Давай. Лицо, культ. Семья. Пусть ближе. Свинья. Мне кажется, время там уже давно вышло. Ну да, там 5 секунд. Сказал, что, ну там типа смотрите по времени. Так. Ну да, ну, было да. 45 секунд, когда я сказал. Так что, ничего. Да, получается, заново берем листочки. Давай. Ой, не листочки, а эти. Давай. Все берут, или только мы вдвоем? Давай. Ну, мы вдвоем. Так, бери. Ай-яй-яй-яй! Хорошо. Так, давайте, засекайте. Сейчас, секунду, где-то телефон заблокировался, все, я готов, давай. Давай, я тоже. Раз, два, три, поехали! Так, ага. Игорь, ты понимаешь, что это такое? Что это такое? Это сердце деревянное. Это щит! Нет. Это лук! Да, лук! Да! Это лук! Да! О, как ты угадал? Я не знаю. Понятно. Это моя постройка. Наверное. Не, ну почему? Было похоже на лук. Ну как бы да. Давай. Засекаете там, нет? Давай. Раз, два, три! Давай! Квадрат... Пирог... Ракета. Ее! Ага!
Ну, 14-1. Нечто построить, нечто. Так, ребята, а до скольки мы вообще играем? Я не знаю, я знаю. Давайте до 20, мне кажется. Давай, давай, давай. Раз, два, три! Давай! Бутылка, кружка. Стакан. Стакан с чего? С чем? С газировкой, водой. Стакан с водой. Ну это подсказки на самом деле. Стакан с чем? Ну как бы... Ну типа, да! Тут же этот идет с словосочетанием. Давай, ты там засекай, если что? Я готов. Да, раз, два, три. Поехали. Так. Что это? Это ворота. Тетрадь. Штанга. Что это? А, пистолет. Так, пистолет, да, револьвер, автомат, пуля. Ну. Спиннер! Ну как бы я даже не знаю, стоит ли это засчитывать, но в принципе да, это шо? Пистолет, ну. Ну, курок, я не знаю, что. Оружие типа. А, оружие. Ну, в принципе, да, можно засчитать. А кто первый сказал пистолет? Я пистолет. Ну, окей. Я просто не знаю, стоит ли это. Ну, ладно, хорошо, тогда хорошо. Так, сейчас так. Я быстро. Подождите секунду, я подготовлюсь к постройке. Давайте. Давай. Два, три! Так. Ноги, штаны. Трансформер. Телепузик. Бикини. Супермен. Да. Охренеть, Супермен. Давай. Ну, раз. Ну, я как бы жду пока ты. Давай, раз, два, три. Давай. Лопата. Крест. Ну, перебирай. Могила. Иисус. Библия, религия. Да, религия. Ой, зараза. Я победил. Кто сказал? Игорь сказал. Игорь, да. Я сказал. У нас, по сути, ровный счет. 17. У меня больше листочков нету. Я предлагаю играть просто до 20, кто быстрее 20-ку апнет. Я предлагаю просто сейчас, не знаю, хотя, наверное, не знаю. Как это сложно? А я предлагаю просто закончить для первого раза, если честно. А, победила, друг! Не, давайте реально, как я еще говорил несколько раундов назад, до 20. То есть, кто быстрее 20-ку апнет, тот, в принципе, выиграл. Ну что, Игорь, ты готов строить? Раз, два, три, поехали! Лайм. Лайм. Вишня, роза! Роза, да? Да! Ах ты же мне! Понимаете, если мы сейчас угадаем, что... О, сейчас подожди, Эдисон, походу... А, не, подождите, а у тебя еще... Не-не-не. Все, мы не угадываем. Не-не-не. Вот видите, в чем проблема этой рубрики? Потому что это хрень. Я шучу. Давай. Подождите. Так, я выберу. Хорошо, давайте. Давай, раз, два, три. Мне кажется, я буду выбирать самую простую постройку. Да, сейчас они будут тупить специально, типа я не знаю, что это такое. Это трезубец, вилка. Да, это вилка. Ну как бы, дальше подождите. Там столовые приборы. А, подожди, я еще не все, я думал, угадал. Столовые приборы, вилка, ложка, не знаю. Вилка, ложка, да. Все, вилка, ложка. А, да? Ах ты ж падла! Я вот так тебе скажу. Вилка, ложка. Ну получается, я все равно на втором месте. Вилка, ложка. Короче, Эдис на 20 как раз ровно, я просто правильно посчитал. Эдис на 20, у меня 18. У Игоря 17. А что у меня? А, да, все. Ну хорошо, в принципе, неплохо. Я проиграл! Ну, у нас отрыв очень маленький, как бы. Да, для первого раза это офигеть просто. Нормально. Ну что, друзья, мы будем заканчивать 100%. Если вы хотите следующую серию, то обязательно ставьте много лайков. Чем больше наберем, тем быстрее выйдет новая серия построек, где мы также будем записывать втроем. Да, я согласен, напишите, ребята, комментарии, их нравится ли вам, когда мы снимаем эту рубрику втроем. Я надеюсь, что нравится, если так, то мы будем снимать. Кому я могу не нравиться? Ну как бы да, вот смотрите, посмотрите на его улыбку просто. Да, ребят, всех обнимаем, всех любим, всем удачи, всем пока. Пока, до свидания.